Следуйте этому пошаговому руководству по установке, чтобы легко установить ваши новые изделия Гроя. В комплект входят следующие компоненты. Для сборки вам потребуются следующие инструменты и принадлежности. Перед демонтажом старого смесителя убедитесь, что горячая вода подается слева, а холодная справа. Если это не так, обратитесь к специалисту. Перекройте подачу воды перед демонтажом старого смесителя, подготовьте детали и инструмент, расположив их вблизи соединений. Изучите инструкции по установке, обязательно сохраните их после установки. Привинтите эксцентрики к штуцерам в стене, чтобы они выступали приблизительно на 42 мм. Привинтите декоративные розетки до касания стены. Отрегулируйте зазор, чтобы расстояние между центрами декоративных розеток составляло 150 мм. А затем проверьте уровень их расположения. При необходимости отрегулируйте. Установите смеситель и прочно затяните. Гайки не должны касаться декоративных розеток. При необходимости отрегулируйте и проверьте горизонтальность. Снимите смеситель. Отметьте глубину между эксцентриками и стеной. Обеспечьте уплотнение резьбы эксцентриков с помощью ленты ФУМ, наматываемой в направлении затягивания. Затяните эксцентрики с помощью 22-мм гаечного ключа с открытым зевом. Отрегулируйте муфты таким образом, чтобы расстояние между центрами составляло 150 мм, а глубина была такой же, как было определено в ходе предыдущих измерений. Затем проверьте горизонтальность их взаимного положения с помощью уровня. Нанесите силиконовое уплотнение между стеной и эксцентриковыми соединителями. Привинтите декоративные розетки к эксцентрикам, затем снимите красный и синий колпачки со смесителя. Убедитесь в правильности расположения фильтров, при этом закругленная сторона должна быть обращена внутрь. Установите смеситель на эксцентрики, не устанавливая дополнительных уплотнений, затем затяните гайки с помощью 32-мм гаечного ключа с открытым зевом. С помощью уровня убедитесь в горизонтальности смесителя. При необходимости отрегулируйте его. Проверьте герметичность, включив подачу воды на смеситель. Проверьте правильность положения уплотнения в шланге, а затем прикрутите гайку шланга на смеситель. Убедитесь, что однорычажный смеситель работает нормально. Поздравляем, вы закончили установку вашего нового изделия Гроя. Обратитесь к другим нашим руководствам по установке и откройте для себя все наши изделия на сайте groya.com/ru.